відкрита трибуна. Чи припустимо політику реєструватись кандидатом у президенти, а потім знімати свою кандидатуру перед виборами на користь іншого кандидата? Я отношусь нейтрально, но я считаю странным то, что человек, который заплатил 2,5 миллиона гривен, не будет просто так уходить из выборов. Ну, это странно, потому что эти деньги ему никто больше не вернет. Я думаю, нет, потому что если человек уже подал документы на выборы, да, то есть если он уже кандидат, то уже нужно идти до конца, либо не подавать свои документы в принципе. Я считаю, что нет, потому что у каждого человека есть свое мнение, и не отдавать свой голос там, или кандидатуру за другого человека. Нет, недопустимо. Недопустимо. Это вводит в заблуждение избирателей изначально. И все. Ну зачем так? Ну, просто вводить в заблуждение людей. До тих кандидатів, які знімають свої голоси для того, щоб віддають їм другим, я відношуся, як кажуть, положительно. Я вважаю, що чим більше голосів кандидатів, це роздріб голосів і нерозуміння, який кандидат може виграти. А так, коли більшість голосів з'єднуються, буде кандидат виграти може той, якому люди довіряють і який здібний керувати. Ну, мені кажеться, це странно, тому що чоловік спочатку балотується в президенты, показывает себя, то есть призывает, чтобы за него голосовали, а потом вдруг снимает кандидатуру. Мне кажется, на это есть какая-то причина очень весомая. Либо его семье или ему самому что-то угрожает, и поэтому, отказавшись от всего, он спасается. Відкрита трибуна.